В районной детской библиотеке, расположенной в селе Ермолаево, в период школьных каникул для ребят проводится неделя детской книги, ставшая традиционной. В этом году открытие недели совпало со знакомством с библиотекой самых юных читателей – первоклассников. Вот в этом году решили знакомство с библиотекой провести именно в марте. А так мы обычно всегда проводим знакомство с библиотекой с детьми, когда они заканчивают свой букварь изучать. Юных любителей книги с работой детской библиотеки и ее правилами познакомила библиотекарь Вера Георгиевна Сычева. Рассказала она и о посетителях храма книги. Будет одна читательница, девочка, она ходит с братиком. И ей всего лишь, ребятки, 5 лет. Но она даже расписывается в читательском формуляре, пишет свое имя просто печатными буквами. А есть у нас старенькая бабушка, которая тоже читает. Ей 94 года. И мы, ребятки, носим ей книги домой. Ученики 4 класса школы номер 1 села Ермолаево в театрализованной форме рассказали ребятам о пользе чтения книг и посещения библиотеки. Хранитель библиотеки книговой даже Бабу-Ягу уговорил приходить сюда за книгами. Я вот смотрю, что ты очень любознательная. Тебе бы записаться в нашу библиотеку, сама бы смогла найти ответы на все свои вопросы. Вот это дело! Я стану настоящим читателем и смогу книги домой брать. Я сегодня возьму сразу 100 книг. По мнению заведующего библиотеки Оксаны Пелюгаевой, чтение книг и посещение библиотеки – это результат воспитания и личного примера родителей. Если родители читают, то ребенок с детства приучен к чтению. Для него это очень хорошее развлечение, ему нравится. Они приходят, дети проводят очень много времени. Отрадно, что в век электронных книг и общего снижения интереса к чтению среди школьников есть истинные ценители книг и особая атмосфера библиотеки. Я люблю ходить в детскую библиотеку. Я хожу уже давно. И беру книги про животных, про природу там. Я планирую приходить и сдавать книги на выходных, чтобы другие книги взять. Я их полностью читаю. Я люблю много-премного читать. И очень мне нравится сюда ходить. Я хочу, чтобы мой братик вырос и сюда тоже ходил, чтобы тоже брал книги и тоже был умным, как я. Я очень люблю эту библиотеку, советую всем приходить сюда каждый день. Это самая лучшая библиотека на свете. Я люблю читать книги. Ну, я больше всего люблю читать их в библиотеке, потому что здесь тишина, здесь много книг, здесь много всяких книжек на татарском, на башкирском, на английском. Здесь есть сказки, рассказы, былины, всякие, стихотворения. Ну, здесь очень интересно. Еще я хочу, чтобы у меня сестренка младшая ходила сюда. Ей всего лишь 5 лет, но я это хочу. Она меня уже любит читать, уже знает буквы. Учителя начальных классов, пришедшие с детьми на праздник, были благодарны работникам библиотеки за организованное мероприятие и выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве. Очень интересно, Вера Георгиевна. Спасибо вам большое. И ребята с удовольствием принимают участие. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы пока еще маленькие, Вера Георгиевна. Только первый класс. Вот хорошо научимся читать, придем все и запишемся, да? И будем ходить постоянно в библиотеку. В течение недели в районной детской библиотеке для ребят также планируется проведение вечера поэзии и игры КВН. Елена Камская, Владимир Кузьмин. Новости.